можно. И я хочу сделать обзор вот на этот наборчик. Это сэмплер, розовый сэмплер. $50 с доставкой он мне обошелся. Посмотрите. Анечка живет в Америке, и она распродавала свои запасы. Родители приезжали к ней в гости, потом они уезжали в Москву. С Москвы они присылали всем желающим из Хемки, и был этот набор. Когда я первый раз его увидела у нее, мне он очень, конечно, понравился, но я била себя по рукам всячески. Думаю, ну нет, 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 куда мне этот набор по такой цене, у меня и так большие запасы, что мне нечего, что ли, вышивать. В общем-то, я всячески себя останавливала. Потом, смотрю, несколько дней у нее идут распродажи, схемки расхватали, а этот набор лежит. Вы знаете, почему я его взяла? Я сейчас ставлю вам фотографию своего любимого сэмплера, который я вышила, брюссельские кружева. И посмотрите, как здорово этот набор будет смотреться рядом с моим сэмплером. Мне кажется, будет шикарно. Здесь тоже кружевные буковки такие идут. Вы знаете, я даже держу себя в руках и не заглядывала в этот набор. Это сэмплер, очень старый сэмплер. Набор, по-моему, я смотрела, 95-го года набор. Здесь 32-го каунта идет ткань. И посмотрите, что здесь есть. Здесь есть ниточки такие специализированные. Ткань 32-го каунта. Это равномерка, это нейлон. Схема идет. И я хочу сделать обзор этого набора. Вместе с вами заглянуть, что же там такое. Это вот сэмплер с розами, розовый сэмплер. Вот этот бренд. Я, честно говоря, не могу прочесть на английском и коверкать не буду. Ну, очень красиво, конечно же, шикарно смотрится. И вот эти буквы, посмотрите, как вот здесь здорово. Они вышиты вот сверху светлым, снизу темным. Классно, классно. Очень мне нравится. Здесь и цифры есть, и буквы. И вообще, мое, не знаю, наверное, это мое, скорее всего, потому что ну так он меня привлек. Вот, и это самый дорогой набор, который я покупала в свою хомячью норку. Обошелся он мне $50 с доставкой. Размер будет 15 на 15 дюймов, ну примерно это будет где-то 30 с лишним на 30 с лишним сантиметров, то есть размер большой. Итак, набор запечатан, чуть немножечко он такой, конечно, подуставший, потому что он все-таки уже старенький наборчик. И сейчас я, извините, пошуршу. Итак, он распечатывается буквально, посмотрите, рвется, придется мне перекладывать его в другую папочку. Этот наборчик, потому что, ну, вот так. Давайте рассмотрим. Интересно мне, прежде всего, когда старый набор, интересно запах ниток, потому что все говорят, бывает ужасный запах. Нет, никакого запаха нет. Пахнет ниточками. И вот, посмотрите, вот такая планшетка. Здесь номера. Приятно, что номера написаны. Номера ниточек ДМС. Написано, что, как я поняла, две нити, что ли, вышивается все это. Ниточки сразу развешаны, в узелочек вот так вот завязаны. И блестящие, очень такие приятные ниточки, хорошие ДМС. Ничего не надо разбирать по цветам, это тоже здорово. Тем более номера. Дальше. И это специализированные ниточки. Вот, девочки, мне нужен теперь ваш совет. Вот эти ниточки. Они вот идут, вот эта ниточка серо-синим, она такого вот окрашивания. А это вот, посмотрите, какая она идет. Здесь есть красный что-то. А, или это не ниточки так завязанные. Вот интересно, это что, запасные нитки? Я, честно говоря, вот не поняла. Так, 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 да, это какие-то ниточки отдельные идут. Интересно. Зеленая здесь прям нитка идет, она одна. Или это тоже специализированные ниточки такие идут. Скорее всего, это тоже, ну, почему-то эти на пасме, эти нет. Вот, девочки, вот расскажите мне, кто соображает вот в этих сэмплерах, что это такое, что это за ниточки есть такие отдельные, узел сложенные. Ну-ка, давайте посмотрим здесь цвета. Мне кажется, если бы они были ДМС, они бы были здесь развешаны, да? А они лежат вот так вот отдельно. Вот интересно, тоже эти ниточки стираются, не стираются, линяют, не линяют. Я, конечно, буду пробовать. И вот насчет этого моточек меня как-то вот смутил, что из себя представляет.
Что это такие за нитки? Здесь главное по одной, посмотрите, и синяя по одной, и какая-то зеленая ниточка по одной. Все, все как-то по одной. Как-то вот странно. Честно говоря, думала, что там тоже вот что-то такое конкретное. На ниточке Кэрон вот идут сразу вот они на пасме, да, вот так. А это вот так, не знаю. Ну, давайте посмотрим схему. Ну, схему не принято показывать, да, но знаете, я все-таки сама первый раз рассматриваю. И схема вся в кадр и не влезет. Но чуть-чуть вам покажу. Ой, ой, какая красота! Смотрите, какие буквы, какие они будут большие. У меня, если там сэмплеры моим малюсеньким, а здесь буквы, посмотрите, они аж на 3 квадрата вверх. И вот получается на 9 квадратов одна буква. И вот с краю, посмотрите, тоже большие. Считай, край будет идти. Вот этот ободок от набора, он будет идти на целый квадрат. Аж посмотрим. Вот этот ободочек вышиваться. То есть не маленький будет, а будет большущий сэмплер. И вот такая огромнейшая схема у нас идет. Огромная схема. И вот символы. Но больше никакой инструкции я здесь и не вижу. Вот здесь все внизу написано. И догадайся сам называется, что здесь надо будет сделать с этой инструкцией. Как вышивать. Ну, скорее всего, здесь две нити будут вышиваться крестом. Лен, это лен, канва лен написано, 32 аккаунта, но скорее всего это равномерный лен. А вот смотрю, это равномерный лен. Вот. Очень классный, такой плотный. Сейчас мы его рассмотрим. Написано 28 аккаунт тоже. Вот непонятно. Кашель 28 аккаунта. Здесь значит 32 Белфаст лен и кашель. Значит, это все-таки у нас кашель. Значит, если здесь написано 32 Белфаст, это не Белфаст. В этом наборе идет кашель 32 аккаунта. И вот здесь написано 32 аккаунт Лугана. Ага, Лугана лен. Странно. Короче, все, им все перебрали. Оказалось, что здесь все-таки Лугана идет. И что это лен какой-то. Или цвет льна. Наверное, все-таки цвет льна. Ну-ка, на аккаунт посмотреть. Ну да, крупная и плотная, очень такая равномерка, крупная, плотная, похожа, да, на Лугану, крупная, плотная равномерочка. Так, ну разобрались, что это не кашель и что это не Белфаст. Дальше, здесь что написано, непонятно, что написано. Кто бы мне это еще дело перевел, что здесь написано, девочки. Вот, что-то они хотят вот в этом квадрате намекают, что и как делать нам. А вот что с теми ниточками делать, я так и, честно говоря, девчонки, не поняла. Поэтому, девочки, кто что-то подобное вышивал и сталкивался, очень мне интересно. Тоже указан центр здесь. Но работа будет очень большая. Ну, зашивка не полная, конечно же. С удовольствием буду вышивать. И вот, давайте рассмотрим иголочкой здесь. Сколота ткань. Иголочка здесь, 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 здесь. Она, знаете, иголочка уже от времени даже поржавела. Иголочку надо будет выкидывать. Вот здесь вот уже такие вот коррозия началась. Металла, как говорится, на иголочке. И вот хорошо, что она все-таки не в центре вколота была. А вот с краю она и здесь краю канву захватила, и здесь краю, а не центр. И давайте посмотрим, какой кусочек. Вот, смотрите, огромный отрез льна здесь идет. Ой, льна, господи, Луганы. Давайте я хочу померить, какой здесь размер у нас идет. Вот чистота ткани. Итак, в сантиметрах это у меня 69 сантиметров. 69 это длина и ширина. И ширина я мерю 52. 69 на 52 отрез льна. Ну, не льна, а равномерки, да, все льна, льна, хочу сказать. Ну, вот такой наборчик. Здесь лежит картонка. От магазина, наверное, вот эта штучка приклеена. Так, и картонка. Все, больше ничего здесь нет, никаких подробных инструкций, что и как. Все, догадайся сам. Вот, кто не знает английский язык, кто знает, наверное, быстрее все поймет.
Ну, вот такой раритетный, я бы так сказала, наборчик в моей коллекции появился. Но даже я бы не сказала, что в коллекции, потому что я его буду вышивать. Ой, еще бы разобраться, что и как с этими ниточками. Поэтому, девочки, нужна ваша помощь. Не зря сейчас я набор открывала вот так, чтобы все видели, рассмотрели и мне подсказали, надеюсь. Если вдруг кто-то откликнется, я сделаю круг на фотографии, чтобы вы смогли мне помочь там либо перевести, либо разобраться в этом наборчике. Спасибо, кто посмотрел это видео, кто порадовался вместе со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне нужны ваши советы. До новых встреч, всем пока!